Κάσο πάουσε. Дамы и господа, закончена регистрация. Закончена экспертиза. Все четыре собаки получают оценку очень хорошо. И победитель на данном рейтинге является подарком под номером 193. Это большой, средней силы, хорошо синхронизированный гармонистом на данном рейтинге. У него крепкая голова. Хорошим стопом, хорошей маской, чуть коротые губы. У него гармоничная линия верха. Очень хорошее выделение по задней линии. Чуть-чуть подогнутые пятки. Прямой фронт и интерактивные пропорции груди. Теперь показал размахивание свободное движение. Как же имеет высокие, так и на быстром движении. Это первое очень хорошо. Нет, мы будем в сравнении со вчерашним. На втором месте, собака по номеру 495. Это также большой, третий силы. Очень гармонично сложенный копейки. Хорошо пигментированный. У него крепкая голова, хорошие маски, достаточно темными глазами. У него очень гармоничная линия верха. У него хорошее выделение, очень хорошая задача на этой прямой фронт и балансированный пробор на груди. Кабель показал себя как на медленном шаге, хорошо, так и на быстром беге, а только вторая очень хорошо. На третьем месте собака под номером 194. Это крупный гармонично сложенный кабель. Я хотел бы отметить при черной маске и глубоком темноте, хотел бы отметить более насыщенный подпал. У него крепкая голова, чуть светловатые глаза. Гармоничная линия верха. У него хороший углы передних, очень хороший задней конечности. Я хотел бы отметить легкий разгон у этой собаки и, на мой взгляд, мягчат пятки. Кобель, тем не менее, показывал хорошее движение. И как на медленном шаге, так и на быстром шаге. И оценка третьей очень хорошо. И на четвертом месте также большой, средней силы, гармонично сложенный, очень хорошо пигментированный кабель. У него крепкая голова с достаточной маской и чуть светловатыми глазами. У него высокая полка, прямая крепкая спина, крупная воскователь с кожей. Хорошие углы передних и задних конечностей. Стойки эта собака мне показалась в стадии более предпочтительной, нежели в движении, потому что в движении он потерял все свое привлекательность, из-за чего проиграл два места. Тем не менее, оценка четвертая очень хорошо.